повязки. Все, отходим. Да, они сейчас это, закрывашку должны поесть. Вот теперь стена тебе где. Вот, у нас получается вот как бы такая вот масса вот здесь вся будет. Я думаю, что так. У нас, скорее всего, весь стенд будет вот до конца стены. Что случилось? Почему такая хитрая улыбка? У меня всегда так бывает. С виду миленькая, на самом деле думаю, как убить всех людей. Нет, на самом деле ты сейчас думаешь, блин, успеем мы или нет, успели бы или нет. Нет, я думаю, блин, я наконец-то отдала заказ. Что мне заказали голову когти смерти из Fallout 4. А кто заказал? Девушка моего роста. Голова вот такая. Я иду к тебе на помощь. Вот как это прозвучало. Never let you go. Давай, падай. Да не, прям это положи. Я тебя, моя, сейчас положу. Не, а если серьезно, успеваем до утра или не успеваем? А что не успевать тут? Ну так всегда говорят, а что не успеть-то? Успеем. Так обычно говорят с этим, с крафтом. Так обычно на полулетку говорят. Нет, ну так говорят, а я успею выспаться? Нет. Ай. Прожектор. Здесь был я. Вседозволенно прошелся повсюду, по всем якобы закрытым местам. Чувствует эту вседозволенность. Прям аж тепло на душе. Эх. В общем, завтра, или уже, точнее уже сегодня, утром Комик-кон будет. Комик-кон Сибири, происходящий в городе Красноярске. О том, как я в Красноярске оказался, я расскажу позже. Ну, на этом, думаю, пока что хватит.